Всем привет, с вами Андрей Сонар, и мы сейчас устраиваем очень интересный конкурс для тех, кто купит вот такой прекрасный насос для рафтов. Это насос нашего производства, качает рафты быстро, а сам насос сделан из самых таких прочных материалов и никогда не подведет. Смотрите, сейчас Дима будет накачивать этим насосом рафт 14-футовый или спринт 6. И мы будем смотреть, за сколько времени он этот рафт накачает. А конкурс заключается в следующем. Кто с помощью вот такого точно насоса, купленного у нас, накачает 14 и более футовый рафт быстрее, чем это сделает Дима, тот получит сертификат на 3000 рублей. Понятное дело, что это получит первый, кто это сделает. Но конкурс на этом не закончится. Дальше те, кто будут побивать рекорды победившего, тоже могут рассчитывать на хорошие призы. Правильно? Правильно. Так что начнем, пожалуй. Учтите, у нас насосы номерные, передавать друг другу нельзя. На старт! Внимание! Марш! На самом деле нелегкая эта работа — накачать большой спортивный рафт. Небольшое изменение в правилах. Такого размера рафт можно накачать вдвоем. Рафт — это командный спорт. Да. А на самом деле он такой: я накачаю один. Ну, все-таки так приходится-то потрудиться. Насос хоть хороший, быстрый, но усилия тоже требует. Поэтому вот да, мы на лету меняем правила, так что в конкурсе рафт можно накачать вдвоем. Но не более того. Ну вот, рафт накачан, и это число сейчас загорится у вас на экране. В общем, смотрите, те, кто с помощью вот этого нашего насоса смогут накачать вот точно такой же или больший по размерам рафт за время большее, чем получилось у нашей команды, получат сертификат на 3000 рублей. А те, кто смогут перебить и их рекорд, тоже могут рассчитывать на отличные призы. Напоминаю, надо обязательно все это делать под видеосъемку и командой не более 2 человек, сменяя друг друга в любом порядке. Так что дерзайте! С вами был Андрей Сонар. Всем пока!